Привет всем любителям пленочной фотографии, мануальной оптики, фотографам, видеографам и просто интересующимся. Сегодня у нас на обзоре вот этот замечательный малыш, который обеспечивает просто сказочную, изумительную, волшебную картинку, если правильно приложить руки. Если вы смотрите такой обзор, то наверняка уже успели воспользоваться и попробовать одну из модификаций Гелиоса 44. И, наверное, ищете чего-то нового. Объектив во многих смыслах просто прекрасный, он достаточно резкий, но и в одно и то же время достаточно мягкий и позволяет снимать очень многое. Портреты, пейзажи, городскую съемку. И пока я пользовался зеркальным фотоаппаратом, зеркальным кропом, он меня вполне устраивал, потому что все было достаточно просто. Нацепил его, он практически не занимал дополнительного места на фотоаппарате, и пошел снимать. Он прекрасно вписывался, можно сказать, в общую структуру фотоаппарата, зеркалки. И с ним было снимать достаточно удобно. Хороший хват, он не сильно выступал и не сильно добавлял веса по отношению к зеркальному фотоаппарату. Но все изменилось с тех пор, как у меня появилась беззеркальная камера. У меня первая версия Sony A7, полнокадровая. Она сама по себе достаточно маленькая. Ну, одна из самых компактных полнокадровых беззеркалок, если не самая компактная. Но когда нацепляешь на нее огромный китовый, скажем, объектив, либо какой-либо другой объектив, становится как-то не по себе, не очень удобно. Хват в руке неудобный, объектив сильно выпирает. И даже Гелиос с переходником становится большой обузой. Он тоже сильно выпирает, он тоже увесистый. И получается, что когда он на переходнике, у вас торчит большой хобот вперед, который очень немало весит и сильно перевешивает фотоаппарат вперед. И держать его в руке, не то чтобы совсем неудобно, но, скажем так, вызывает дополнительные сложности. Очень хочется чего-то поменьше. Ну и как выясняется, даже среди мануальной оптики есть альтернативы. Если посмотреть в сторону дальномерных пленочных камер, то выясняется, что у них очень компактные объективы. Гораздо компактнее, чем на зеркалках. К тому же весят гораздо меньше. Плюс переходник М39 значительно тоньше, чем переходник М42. И значительно меньше весит. В итоге мы получаем куда более компактную, легкую и удобную конструкцию на своем фотоаппарате, чем с оптикой М42. В плане оптики М42 с такой конструкцией может конкурировать только один объектив, Индустар 52. С ним на большом переходнике он становится, в принципе, похож по размерам и по весу с тем габаритом, который обеспечивают такие объективы, как Юпитер 8. Сегодня мой рассказ об объективе Юпитер 8, но вообще я планирую сделать небольшой цикл выпусков, посвященный объективам от дальномерок. Сюда войдут еще разные модификации Индустар со светосилой 2,8 и также разные модификации, в основном тубусные, со светосилой 3,5. Про объектив Юпитер 8 говорят разное. В основном я слышал не очень лестные отзывы, что он плохой, мыльный, хромотит, у него плохая резкость, низкая контрастность, и так далее. В общем, все недостатки старых, плохо просветленных объективов. И, наверное, это действительно в чем-то так и есть. Но мне довелось поснимать немного. И скажу честно, я просто в восторге. Впервые я попробовал поснимать на этот объектив на пленочную камеру, на вот этот Киев, Киев 4. Здесь установлена своя особая байонетная версия объектива, и она на обычный переходник М39 не подойдет. Нужен особый переходник, который стоит очень дорого и который делается обычно вручную из частей вот этого самого фотоаппарата. Я отснял на него одну пленку и получил очень интересные кадры, которые меня в принципе очень впечатлили. И тогда у меня возник интерес попробовать такой объектив на своей цифровой камере. Смотря на эти кадры, у меня возникает ощущение, словно я вернулся в детство. Мне 6 лет, родители взяли меня на море.
И вот, играя на берегу, среди гальки, я обнаруживаю желто-зеленый кусочек стекла от какой-то бутылки, наверное, от лимонада Тарпун. Это его донная часть. Она уже порядком оточена волнами, потеряла свою прозрачность, но тем не менее очень интересно и завораживающе выглядит. Прикладываю этот кусочек стекла к своему глазу, и все моментально преображается. Я словно попадаю в новый загадочный мир какой-то сказки, где цвета приобретают особенный желто-зеленый оттенок, где линии становятся мягче, где блики света причудливым образом преображаются в загадочные узоры. Смотришь на этот мир сквозь это стекло и понимаешь, как же красиво все вокруг. Этот объектив не про резкость, не про линии, не про хроматические аберрации, крутую контрастность, яркие цвета. Здесь есть какая-то магия, какое-то волшебство несовершенства. Все эти блики, аберрации создают какой-то волшебный мир, который надо просто увидеть и запечатлеть. Как по мне, резкости этому объективу вполне достаточно, особенно для портретов. Моя жена очень оценила эту мягкость в портретах. Ну и в остальных видах съемки он достаточно хорош, особенно если эту резкость слегка подкрутить в редакторе. Достаточно немного, там, процентов на 10-15, и уже вполне резкие снимки получаются. Не гелиос, конечно, но вполне достойно. А уж для видео этой резкости хватает более чем. Особенно если говорить о полнокадровой матрице. Просто с головой. Пример видео, кстати, будет в конце ролика. Тоже получились очень-очень интересные кадры. На мой взгляд, господа видеографы, возьмите себе эту модель на заметку. Очень интересно. Теперь несколько слов про сам объектив. Существуют две основные версии, белая и черная. По оптическим свойствам они особо не отличаются. По крайней мере, я никаких существенных отличий найти не смог. Белый выпускался в более ранние годы, черный выпускался в более поздние годы. У белого из существенных отличий кольцо фокусировки находится вот здесь снизу. У черного оно посерединке, нижняя часть не вращается. Кольцо диафрагмы у обоих объективов плавное, бесступенчатое. На байонетной модификации кольцо с кликами. Оптика имеет приличную светосилу 2.0. Диафрагма закрывается до крайнего положения до 22. Объектив сам по себе очень компактный, очень классно встает на наши беззеркалки, занимает немного места, с ним очень удобно ходить, очень приятно легко фокусироваться. Я считаю, те, у кого есть беззеркалки, ну просто очень желательно такой объектив приобрести. Приобрести такой объектив вы можете в том числе и у меня. Ниже по ссылке в описании будет мой профиль на Авито, где вы можете заказать этот объектив, и я могу доставить его вам в любую точку России. А сейчас вас еще ждут примеры видео. Видеографы, киноделы,
не проходите мимо. Это ваш объектив. Всем пока и хороших кадров.